Загадки продолжаются. Зашифрованное послание. Только не это. Да, чувствую, опять задачки будем решать. Что-то математики разбушевались. У вас есть 10 дней, чтобы решить все наши загадки. Мог взять ключ от сейфа, убить брата, а потом спокойно сесть и писать свои формулы. Вы не понимаете, с кем имеете дело? Разве твоей жизни не нужна перезагрузка? Надеюсь, в этот раз я не ошибусь. Чем больше математик ошибается, тем ближе он к правильному ответу. Назовем наш ребус загадкой Евклида. И про Риммана не забудь. Загадка Евклида и загадка Риммана. Не ищи логику в названии. Я поняла. Шучу. Я ничего не поняла. Две премьеры. 4 мая в 18:25 на канале ТВ-центр.